Я не вам, я девочки, извините. Нет. Да, конечно. Вам сильно всегда. Меня маханул. Подожди, сейчас руки помоем, все дела и... Чай попьем. Да. Поговори, давай, Дальфия там. Нет, не все собрано, собирай просто. Куда? А ну понятно. Хорошо, я понял. Еще раз, лицо будет смеяться, твоя победа. Она живет в Украине. Я все просил, я только она слушаю. Да. На Хабанды выступали? Какие таланты? Вокал где проходил? Вокал там. И вокал очень классный. Я сначала получила в Новосибирске. Это сложная работа, например, в школу я взяла. Она очень известная. Так слушай, ты мне напиши свой адрес-то. Значит, пиши. И в Москве, здесь, служба чисто России. Забрала ответа? Караклак, на. Здесь фамилия, имя, что, email и телефон. И пиши, что ты... Ну, кураист. Нет, не сложно. Печатными буквами, три печатными, пробно печать. Самое лучшее там троллинг, я сейчас запишешь, потом будет когда-то. Если специалист говорит, допустим, Томский Фарик Федорович, что хоровой фильм, да, у него своя фирма, он так говорит. Или он же насмотрит. Мара собой вот тут говорит, Фарик говорит, он поет как трошки, он подсказал. Я в очередь стою, что он имеет свои координаты. Ну, я вокал не так, потому что... Ой, замечательно, молодец, умница. Вы меня помните, нет? Бендаутова? Конечно. Замечательно, я могла бы на этом. Арбина, он отпадает? Нет, нет, не понимаю. Ну давай, посмотрим вот этот телефон. Имейл, давай, пиши. Ну, я не знаю, пиши, печатными буквами, печатными, при... печатными буквами пиши имя.
телефон. У меня здесь телефон. Мне имейл, что телефон? Имейл нужен. Что послать тебе? Ссылку-то. Или в ссылку пошлю тебя. На рудники. Если что, я ему сам потом передам. Нет, нет, пусть пишет, но а сам. А у него нет допроса. Пусть любовницу пусть напишет. Сначала пишет фамилию мышцы. Оперный певец, а что он там? Не мешай. Это еще скажу, Миша, я спрашиваю, где у нас? Ну, это мне не конфет, это ответ. Мне нужна, я хочу помочь человеку. А что такое слой-то с тобой? Ой, счастливо, счастливо. Споем еще не раз. Посиди немножко, посиди. Печатаем, будем писать, печатаем, чтобы не разбирать их потом. Нет, ты сама занимайся и сама делай. Ты не мешайте, все. Вот, поймете? Нет, не пойму. Зина 1412 собака@mail.ru. Угу. Поймете? Ну, пишите, что Луиза, вот я вам отметила, что это мой Луиза Арсен Каримова. Поймете? Ну, пишите, вот что солисты. А, такие ребята. Уда мине сапан ганда. Мечтал петь романсы, но заслуженно. Часто болит. Очень болит. У меня еще свои. У вас? Да. Платили хороший дар коронка тоже на своих зубах. Вот. Выкурила. Коньяк люблю. 10 грамм, конечно. Коньяк? 10 грамм. Я же уже потерял. Захар, там ничего не выйдет. Кто вас убивает? Добр там зеля. Сколько она берет-то? Она мало берет. Сколько? Не знаю. Я просто ей помогаю. Иногда визитки раздаю. Это Джакашина, да? Это Малая там, знаете же? Знаю. Я там выступала не раз. И что это? Круг смотришь. Спасибо. Возьмите себе вдруг. А что она делает? А, знакомство? Или на что она называется? Занимается с детьми. Она занимается детьми, а сейчас ее потом называла. Она уже свое дело. Она серьезно пойдет, потому что она собирает. Ясно, ладно. Просто я ее помощница. А что мы ждем? Спасибо большое. И ты знаешь, вот показывали вот тут на днях, и я дальше девушка, я не поняла, вот перепутали детей на территории. Они, по-моему, за Дагири, а ты на юге. В доме он двое всего рожали, и привело три девушки. Через 3-4 года они встретили. Девочка вот одна как раз, как я вдала, покажу, когда
вот такое интеллектное. Вот она вот как ты исполняет. Вот она похожа, похожа очень. Вы у нас как? Не знаю, не слышала. Показали как раз это самое, съемки, как она исполняет. Как ее зовут? Совсем у нас нету. Ну, стараюсь поддерживать. Мало вот теперь. Место дочке будет 50 вот в этом году, сыну 47 будет. Ну, в 20 лет замуж вышла, родилась. Да, надо все вовремя. А внуки припоздали. У дочки 16 было, уже по 2 метра рост мальчик, Ренат. А это у сына дочка, ей 17 уже. Почти побольше. Вот после, почти потемнее у них. Да, у меня русы. Да, у меня папа тут видит. Ладно, ну, я не знаю, да, вообще еще. Или была в этом. Может, попросите, может, у вас отдельно. Ну, сейчас свежую шутку. Хотя наш друг. Куда сейчас мы? Это к его вещи. Ну, туалет может пошел. Может быть. Я тоже в тупик пошел. Его разъеду и пропустят. Нет, ну, просто сама уезжает. Просто ехать осокировать. Потом, как мы... Нет, у нас запись есть, но я выступаю. Мне суд предстоит, это не квартира была. Молодец. А почему нет? Молодец. Вот жил, порадом, кумдом, жердым. Верхом без жирми. Ну чего, пойдем домой? Да. А? Не поняла. А еще вчера. А вы не остаетесь? А? Вы не остаетесь? Ну, вот так оставаться. Чай пить? Ну, пошли они чай, по-моему. Пойдем, пойдемте. Я хотела бы его видеть. Вода вы не поднялась? Не знаю. Наверное.